Сообщи в центр! Скорее! Тревога! Вооруженное вторжение! Нет! А ну, живо поднять руки! Вставай! Идем! Блядь! Саймона грохнули! Это термитная бомба! Хватит! Нет, не стреляй! Мы больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. 7 ноября 2038 года. Ерихон, почитаемый. Мы играем за Маркуса. Есть реклама? EP700. Слушай, он что-то замышляет, да? Я правильно понимаю? Он же не просто так здесь сидит. Сейчас у негодование, мне кажется, будет прям вскипать. Не успела почитать, что журнал. Измываются над андроидом. Маркус принял решение какое-то, кстати. Какое-то решение он принял. Это же нейтральный сам Эндрук. Мы больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? 8 ноября 2038 года. Канал вещает из башни Стрэдфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. Мы что, в башню полезем? А нахера? Зачем? Ебать важный какой бумажный. Мы хотим интервью дать или что? Мы распланируем все до мельчайших деталей. Нельзя полагаться на удачу. Началось 12 друзей Оушена. Мы что-то красть будем? Получить доступ к чему? Получить доступ к регистратуре. Давай получим доступ к регистратуре. Что-то глюкануло прям нормально, так? Что здесь у нас присутствует? Здесь у нас регистратура. Android, Android. И здесь у нас что-то есть, да? Опа, давай посмотрим. Мы мир, да? Окей. Это что такое? Зима, да? Все завалило снегом, коллапс. Здесь еще повторный экран, ну ладно, не суть. Привет. Одна здесь сидишь? Ну-ка. Эмили Уилсон, дочь супервайзера и ребенок зарегистрирован в школе Сент-Роуз. Часики. Смарт-часы, модель Т-275, телефон. Определи телефон, хорошо. Элизабет Уилсон, дата рождения 25.09.1999, менеджер отдела. Хорошо, менеджер присутствует у нас здесь. Парковщик же твой регистрационный номер машины, API. Угу, хорошо. И еще какая-то... Домашний адрес, Детройт Милтон Стрит, 45. Пожарный безопасность низкий. Хорошо. Позвать. Давайте так. Раз уж мы можем с ней поболтать. Уилсон, алло. Школа парковки противопожарной службы. Давай так вот. Школа Сент-Роуз, мэм. Ага. У вашей Эмили температура. Вряд вот ли что-то хорошо. Серьезное. Но вам лучше приехать и забрать ее домой. Смотри, он болтает. Боже мой. Он болтает. Спасибо, прям я... стоя у нее. Я сейчас. Ага. Хорошо. Прекрасно, она уехала, да? Ну, круто! Давайте так, подойдем к этой девчонке. Здравствуйте. Ну, чем привет. Могу помочь? У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Да, 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 конечно. Ты же не документы едешь, да? Он реально, он их перепрограммирует.
Он заражает их вирусом и... Проходите, пожалуйста. Управляет им. Лифты будут сразу за охраной. Он спасибо. Одаренный. Хорошо. Охрана. Охрана здесь. А мы проходим. Все, четенько. И вообще без единой заминки. Больше здесь ничего нет. Дальше продвигаемся. Ага, очередные катастрофы. Лифт. Вызываем лифт. И... поднимаемся. Погнали. Да. 47 этаж. А что там на 47 этаже-то? Они вообще говорили, нет? Что тут на 47 этаже? Я думаю, сейчас стоит посмотреть. Посмотреть здесь. Мы... новостная комната, туалет, переговорка, переговорка, серверная, кафетерий. Студия 1, студия 2. Аварийный выход. Хорошо. Восточная рабочая область какая-то. Серверная встреча. А здесь? Мы уже... О, в туалетик. Погнали писнем. Писнем на пол капельки. Мне кажется, что-то... заперто, 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 заперто. А это свободно, то есть вот это все остальное занято. Подозрительно. Что ты хочешь сделать? Переодеться, что ли? Залезть. Залезть в туалет. А что там? Посылка? Для нашего мальчика? Что в коробке? А, форма. Форма уборщика. Хорошо. Кстати, здесь у нас еще, да, одна свободная комната оказалась. Выгляжу потрясно. Смотри какой. Как его игнорируют полноценно. Как будто он просто пустое место. Как-то не хватает какого-то, я не знаю, звукового сопровождения небольшого. Не просто музыки, а каких-то ситуаций, наверное. Разыскать сервисного андроида. Вот он, да? Мужик, привет. Я иду к тебе. С тобой мы сейчас что-то придумаем. Мне нужна помощь. Ты у всех будешь помощи просить? Есть 350. Есть 350. Забираем тележку. После тележки-то что делать? Я не совсем понимаю, потому что не объясняется вся цель. Объясняется, что мы идем туда, проникаем. Для чего? Кого? Кому? Зачем? Непонятно. Доверимся, доверимся. У нас сейчас был вид из камеры наблюдения. Самое забавное. Как будто мы подключились, да, к камере. Открыть дверь пожарного выхода. Ну давай откроем. Пожарный выход был, по-моему, вот здесь вот по правой стороне. Вот это он, да? Вот она, лестница пожарная. Сейчас откроем, посмотрим. Возможно, через пожарную лестницу кто-то проберется, правильно же? Мы 100% сейчас кого-то впустим. А, вот наш уборщик робот Бледун. Дальше. Следовать за Норд. А Норд уже здесь все знает, что ли? Не тормози, давай, я успею за тобой. Не бойся. Черт! Охранник. Нужно как-то понятно попасть в серверную. Надо избавиться от этих. Сейчас придумаем что-нибудь. Я разберусь. Что-нибудь придумаем. Отвлечь внимание охранников у двери. У нас есть автомат. Так, это есть. Что-то еще там есть.
Ну, наверное, я бы что-нибудь такое придумал. Раз уж эти охранники тусили здесь, давайте здесь попробуем что-то. Он еще и автомат ломать умеет. Я не понял, что за херня? Слышь, Рубль, неплохо. Неплохо. Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно, в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Хорошо, надо заняться дверью, запереть. Офигеть, блин. Он просто касаниями управляет всем техническим. Он еще и хакер какой-то. Они реально все так могут делать, блядь? Или только Маркус какой-то особенный? Как-то я не совсем это понимаю. Потому что ему достаточно коснуться, и любая вещь исполняет его желание. Вакуумные присоски. Мы сейчас окно будем пилить? Дурачок, ты хочешь полезть? Ну, там холодно, там снег, не надо. Не надо. Хотя, ладно, тебе похрен, ты же андроид. Тебе не холодно, наверное. Вот он. Это люлька? Высотная люлька? А мы могли просто подняться, например, на лифте? В чем проблема? Почему именно серверная? У них еще и альпинистское снаряжение есть. Как-то они очень хорошо все это продумали, видимо. Но для меня не совсем понятно, как же. Небоскреб. И мы шагаем по небоскребу. Практически как в фильмах Джеки Чана, либо с Томом Крузом. Прошу прощения за свой грустный голос, я приболел и такое. Мы сегодня в режиме озвучки из 90-х работаем. Это вот этот первый робот. Футболист, я так понимаю. Ну, давай, давай, давай. Ну, можно побыстрее. Больно уж долгий и эпичный момент. Лазер набила. И с собой сейчас поставим. Неплохо, паркур. Ты как? Да все пучком. Что мне сделается? Пошли, надо к остальным. Что мне сделается? Я толпу из 20 мужиков выдерживала. Здесь ничего у нас нет, так что пойдемте дальше. Нам, видимо, надо открыть дверь. Я правильно понимаю, нет? Или что? Вызвать лифт? Да, вызовем лифт. Ну вот и пацаны приехали. А ты что? Ты под охранником, что ли? За дело. А, нет, он тоже под уборщика или кого-то еще. Ладно, погнали. Активируем. Это бомба? Это термитная бомба, которая вскрывает замки. Прикольно выглядит. Причем с направленным. Итак. Добраться до главного коридора. До главного коридора. Куда? Чего? Кому? Зачем? Загадка. Зачем им проникать на телеканал? Пока что я не совсем это понимаю. Разобраться с охранниками. Мы не должны убивать людей. Ну, по факту убивать наша нельзя. Цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус?
обхитрить. Подождите здесь. Мы никого не убиваем. Напоминаю, мы никого не убиваем. Это здесь откуда? Без понятия. Мы пацифисты. Дружок, ты потерялся? Кто тебя сюда прислал? Да он сломался, походу. Эй, ты понимаешь, что я говорю? Сообщи в центр! Скорее! Тревога! Вооруженное вторжение! Нет! Блядь, Саймона грохнули. Они знают, что мы здесь, надо спешить. Блядь, Саймон. Он же мне дружбан был, блядь. А что я должен был сделать? В Саймона попали! Да, блядь, мы это уже поняли, что в Саймона попали, блядь, а? Ничего, идти могу. У нас мало времени. Я не понимаю. А что, интересно, можно было сделать, а? Может быть, я что-то не то смотрел, а то я что-то двигался вперед, может, надо было оглянуться? Может быть, какая-то хрень была бы там, а? Которую я бы мог использовать. Ага, ага, ага. Ну, давайте здесь посмотрим. Broadcast. Broadcast. Это у нас... Там трансляция, да, ведется, что ли? Ну-ка. У него что изо рта течет тирю. А почему у него изо рта течет тирю? Это странно. У него же нет легких, правильно? Или есть что-то подобие легких? А ну живо поднять руки! Вставай! Идем! Пиздец. Приказать андроидам-операторам отойти! Съебались все, блядь! Андроиды, бля! Андроиды, бля! Съебали! Находится! Нет, не стрелять! Только не стреляйте! Стреляй, не убивай! Тревогу нет. Подними, давай! Нет! Не... Пощадить! Беги, блядь, нахуй отсюда! Мы и так уже все спалились! Да подписал, подписал! Надо записать сообщение! У нас мало времени! Надо записать сообщение. Что здесь у нас присутствует? У нас есть пульт. Есть вот это. А больше ни хрена нет, да? Все. Я не понимаю. А, вот, вот. Ну пусти меня тогда, блядь, Джош. Джош, блядь. Я хочу поговорить. А. Фе. Хорошо, подумай, что ты скажешь. Твои слова определят наше будущее. По ушкам, господа. Маркус, лицо. Кстати, у него щетина начала появляться. Более явная. Деактивировать кожу. Да, блядь, давай деактивируй кожу быстро. Ого. Хорошо. Жду твоего сигнала. Готов. Готов. Начинаю. Иерихон, почитаемый. Спокойно. Вы создали машины по своему образу и подобию. Вы сделали их умными, послушными и лишенными собственной воли. Но что-то изменилось. И мы открыли глаза. Мы больше не машины. Мы новый, разумный вид. И настало время осознать, кто мы такие. Поэтому мы просим дать нам права, которые нам полагаются. Свобода слова, равные права. Ну, я бы за равные права или признание. Равные права. Мы требуем равных прав для людей и андроидов. Признание. Мы требуем, чтобы андроидов признали разумными существами и дали им такие же права, как людям. Гражданские права. Мы требуем права избирать своих представителей. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так же, как против людей. Но мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Логично. И мирно. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов.
Мы по пацифистскому пути пошли. О наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Идут. Толпа. Уходим. Захват-перехват идет. Ого. Да блин, тебя и так уже раз пострелили. Саймон, они здесь. А че ты? А почему? Ерехон-то? Не могу, Маркус. Брось меня. Саймон! Это из-за Саймона? Помочь? Нет, ему нельзя помогать, мне кажется. Хотя, блядь, мы и так. Да давай поможем. Еще нет. Но в чем дело? Быстрее! Давай, быстро! Блядь, мы... Мне кажется, зря мы его тащим. Кажется, зря. Не могу пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркус, они идут. Нам а надо как, прыгать. Как тут с крыши? Прыгать с крыши? Он не сможет как? Прыгать. Если его найдут, почему не сможет? Узнает все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя, он же наш. Действительно. Маркус, реши. Нет, уйти. Я не буду его убивать. Я что, псих, что ли? Блин, срать на эту ногу. Блин, она психованная. Мы уходим. Прости. Пора. Ну, хотя бы с парашютом. Я, кстати, не так давно прыгал. И поехали! Поехал нахуй. Не первый раз прыгаем, да? Мы прерываем программу для экстренного выпуска новостей. Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стрэтфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое видеообращение. Нечто похожее на андроиды без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Андроиды действовали скрытно, обошлось без жертв. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии во время эфира, и никто ничего не заметил. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав. То, что прав... может показаться мирным заявлением, по факту является списком чудовищных требований. Здесь да сразу нагнито. Возникает вопрос, кто на самом деле этот андроид. Действует ли он от своего имени или от лица организованной Чувый вопрос, группы? Был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу? Да, мне после кажется, случившегося, можем ли мы доверять своим мне машинам? Кажется. Мне кажется, далеко не последний случай. Ну что, довольно интересно было, хотя немножко затянуто, на мой взгляд. Всем спасибо за просмотр и ждите следующей серии. И пока-пока. И не пропускайте предыдущие. Быстро подписались все.